Приветствую. На связи Остап Бондаренко. Вот мы и подошли к завершению нашего бесплатного курса «7 простых шагов для заработка в интернете». Теперь у вас уже есть настроенные инструменты для заработка. Некоторые расширения уже начали приносить вам прибыль с первого занятия. Также у вас уже есть системы, куда приглашать партнеров. Вы уже понимаете, как что работает. Если вы купили сетевую структуру за 50 рублей пакет, то, соответственно, у вас уже может строиться структура, и, возможно, уже даже кто-то из вас получил первую прибыль и в этой сетевой структуре. Также вы самостоятельно дальше должны продолжать работу. Что вам сейчас необходимо делать? Вам необходимо либо привлекать отдельно на каждый из сервисов партнеры, делать самостоятельно самому подписные страницы, записывать видео и текст для рекламы, или вам можно всего лишь вступить в клуб за небольшую сумму с ежемесячной оплатой и получить уже готовые инструменты, которые помогут вам вести людей, приглашать всего лишь на одну подписную страничку, бесплатную, на которую подписались и вы, и уже сам данный курс и выстроенная система будут проводить ваших партнеров по цепочке, делать вашими рефералами, вы будете получать партнерские отчисления, и все будет работать как часы. Проводить по всем 7 сервисам, а на самом деле их намного больше. Перед вами есть выбор. Если вы еще не вступили в клуб, то предлагаю вам под этим видео нажать все-таки кнопочку и за 65 рублей купить первую неделю доступа в клуб. Этого будет достаточно для того, чтобы вы перешли к настройке вороночки. Потому что данная воронка этого комплекта настраивается на платформе средней интернет-школы номер 01, и доступ туда можно получить совершенно бесплатно, просто зарегистрировавшись на данной обучающей платформе. Но для того, чтобы получить доступ на этот готовый комплект, вам нужно быть участником нашего закрытого клуба. Итак, если вы еще сомневаетесь, если вы еще думаете, то пока вы думаете, позвольте я перейду к следующему вопросу. Он касается заблуждения работы в интернете. Все думают, что в интернете это легкая работа, когда ты с ноутбуком лежишь под пальмой и загораешь, а деньги сами капают. На самом деле это не так. Не надо заблуждаться. Работа в интернете такая же работа, как и в физическом мире. Единственная разница, что вы мобильны. То есть вы можете взять ноутбук и переместиться в любое место на земном шаре, где есть интернет. Больше эта работа от простой физической работы ничем не отличается. Вы также, где бы вы ни находились, должны продолжать работать. Должны выполнять определенные действия, давать рекламу, работать с подписчиками, проводить консультации и так далее. Второе. Вы должны работать по графику. То есть должны составить себе план работы. Потому что никто за вас это не сделает, а вы должны ставить цели и идти к ним последовательно. Для этого в данном курсе мы проходили урок, на котором я вам показывал и рассказывал, как вам выбирать приоритетные задачи, как вам определять и как вам ставить их по порядку и потом эффективно выполнять. Это была часть урока про три листка, которые вы должны были заполнить. Также не нужно ждать, что вас кто-то организует. Или организуйте себя сами, наведите порядок в своих делах, или даже не думайте работать в интернете. Предположим, вы можете найти бизнес-тренера, бизнес-коуча, который вам поможет организовать себя, который будет вас пинать, следить за вашими успехами и так далее. Но как только вы лишитесь его поддержки, закончится обучение, то, соответственно, у вас не будет привычки, выработанной своей силой воли, своего уже привычного хода вещей, и вы выпадете в зону дискомфорта. Соответственно, вы перестанете выполнять задания, и у вас вся система развалится. Единственный выход – самому настроить, взять себя в руки, построить свою систему, разработать свой распорядок дня и те шаги, которые вам делать, и продолжать эффективно работать, как на простой обычной работе. Все зависит от вас. Теперь я думаю, что вы понимаете, пелена с глаз у вас сошла, и вы прекрасно видите, какой объем работы вам нужно сделать, какие задачи перед вами стоят, и теперь я должен указать ваш следующий шаг. А ваш следующий шаг – это настройка готового комплекта по курсу, который вы только что прошли. Переходите к этому шагу.